Капремонт не за горами. Уже в конце августа начнется отбор подрядчиков для выполнения работ. В настоящее время формируется план реализации программы по капитальному ремонту. Как только подготовка завершится, он станет доступен для всех желающих. Одновременно с этим будет составлен и список должников. Мы приняли принципиальное решение о том, что пени будут, да, начисляться неплательщикам в 2015 году, но их взыскание мы начнем только лишь с 2016 года. Почему? Потому что на сегодняшний день идет еще некоторое уточнение вот как раз площадей, на которые должны начисляться взносы на капитальный ремонт. Добавлю, взносы на капремонт в регионе за первый месяц составили чуть больше половины. Лидером по сборам стал Ишим – 76%. С небольшим отрывом за ним идет Ялуторовск, на третьем месте – Тобольск. Тюмень на четвертой позиции, оплату внесли лишь 52% собственников.